Предвыборный тур с участием кандидатов в депутаты от Общенациональной социал-демократической партии продолжается. Сегодня представители политического объединения встретились с жителями Кокшетау и районов Акмолинской области. Это работники сферы сельского хозяйства и производства, активисты и члены партии. Кандидаты рассказали избирателям о предстоящих парламентских выборах и подробно ознакомили их с программой партии. Затронули участники круглого стола и ряд социальных вопросов, в их числе здравоохранение, образование и трудоустройство. Каждый из присутствующих смог поделиться видением развития страны. Подобные встречи члены партии проводят на регулярной основе. Впереди также работа и в других регионах. Агитационная кампания члены ОСДП планируют охватить как можно больше областей нашей страны. В целом могу сказать, встреча прошла очень хорошо. Мы в целом обсудили все проблемы, то есть это и агропроблемы, и наши соцпроблемы. Подобные мероприятия, подобные встречи обязательно еще будут проводиться.